Друзья, всем привет! Сегодня пробуем новый для меня ствол с работой водой гидрофан Леклер, полутораслойное нанесение и подставку вращающуюся для бамперов. Белые, просто белые 300 Эльпин Вайс, несложный в принципе цвет. Это первое, что я могу им покрасить, попробовать. Очень будет интересно, потом до серебра дойдем, что-нибудь поймаю, пощупать, попробовать. А сейчас просто посмотрю на то, как он разбивает, примерный расход, потому что свои-то пистолеты, которыми постоянно работал, я знаю, а тут такое. Пощупаем. И покажу, что из себя представляет подставка. На стриме было много вопросов и в Инстаграм, в ленту. Покажу, как она работает, для чего она нужна, что, собственно, она дает, какое преимущество. Потом сделаю отдельное видео с ее размерами, кто захочет передрать, сделает сам. Дюза 1.3, башка DV1B+, подводную базу. Все, открасил. Это белый Alpin Weiss, это Schwarz будет у нас. Человеку надо две вставки. Но не об этом речь. Devilbiz. Отработал хорошо, разбивает приятно. Никаких претензий
к распылению с первого пшика у меня нет. Да, цвет несложный, соглашусь. Дальше будем работать, будем щупать, что он покажет на более сложных цветах. По расходу 300 грамм густой краски, ну, густой готовой краски к нанесению в полутораслойный метод. Тут уже судите сами, большой расход или нет. Я, сравнивая с Иватой, то есть я делал как бы под Ивату, под ЛС-ку, зная ее расход. То же самое, даже чуть-чуть осталось, я еще пошел тут торцы кое-где подопылял на всякий случай. Пока что никаких претензий. В руке лежит удобно. Ну, стандартный DeWilbiz. То есть по форме он как GTI ProLite, как GTI старые. То есть все одинаково. Чуть-чуть дизайн, конечно, поблотнявее. А так рабочий ствол. В руке лежит, работает. Сушка. Сейчас эту черным открасим. Включаем сушку. Через 10 минут покрытие станет матовым. И можно будет лакироваться. Стол. Очень удобно. Повернул, пожалуйста, тебе. Прокрасил все, что надо. Повернул в другую сторону. Фактически ты его видишь так, как он висит на автомобиле. Удобно работать. Уже начало подсыхать, видно, да? Меняется оттенок. Начало просыхать. 7 минут сушки. 3 минуты обдувки. Здесь сейчас порядка 60 градусов. В камере жарко. Ну что могу сказать? База лежит красиво. Мне нравится. Простой цвет, но лежит нормально. То есть разбило хорошо, давляк был 1,8. Пробовал и на двойке, на 1,6, 1,8 прям то, что надо. То есть меня все в этом плане устраивает. Ствол интересный, будем заниматься, расследовать, так сказать, что он может. Теперь лачок. Лачок положу двухслойник. Sippins HS Basic. Добьем его, так сказать. У нас пятишечка стоит. И посмотрим на готовый результат, что получится. Все просушено, продуто. Главное, чтобы чуть-чуть остыл воздух. Приступаем.
Так, ну и давайте посмотрим, что мы имеем. А мы имеем отлично пролакированные, прокрашенные все поверхности, все углы, торцы, низа, этот кант, вот этот кант обратный. Потому что есть возможность его крутить. Реально удобно, прям вообще удобненько. Тут никаких заморочек, жир. На вот таком обычном, привычном столе неудобно крутить. То есть его можно как-то закрепить, но либо рога вот тут вот не помещаются, либо свисают, телепаются. Крутить не совсем удобно. Ну, кто работал, тот знает по опыту. По стволу Довилбису мне как бы все понравилось. Меня ствол вполне заинтересовал на дальнейшие тесты в эксплуатации. Попробуем, расскажем. Также, кто подписан на Instagram, тот уже знает. Много вопросов было, как я сказал в начале видео, по этому столу. Где, что, почем. Уже скинули цены. В инсте все это есть. Организован предзаказ, потому что это первая партия, которая будет ехать в Украину. И она будет ехать исключительно под заказ. Посмотрят, компания посмотрит, как пойдут эти столы, потому что они не дешевые, они дороже, чем обычные поворотные в два раза. Но реально тема довольно-таки интересна. Мне, по крайней мере, понравилось. Я себе еще один стол обязательно куплю. На этом, пожалуй, заканчиваем. Сборка, я думаю, никому не интересна. Результат налицо. Всем спасибо за внимание. Есть вопросы в комментарии. Я желаю всем удачи. Пока.